Здравствуйте, уважаемые коллеги, артисты и сотрудники, работающие в сфере циркового искусства, уважаемые ветераны цирка. В сегодняшнем своем обращении я хочу официально заявить, что мной было принято решение 15 ноября 2021 года подать кандидатскую заявку на выборную должность председателя Межрегиональной общественной организации «Творческий союз цирковых деятелей России». Решение это действительно было непростым, поскольку я понимаю, насколько непростые задачи стоят перед будущим председателем Союза. На сегодняшний день Союз цирковых деятелей, это ни для кого не секрет, и все это прекрасно видят, что Союз цирковых деятелей не является той самой мощью, тем самым символом, которым являются для своих отраслей и сфер другие творческие союзы. И это очень плохо, потому что цирковое искусство на сегодняшний день, в принципе, переживает не лучшие времена. А Союз должен быть тем самым центром, тем самым объединяющим звеном, который соберет вокруг себя основные крепкие структуры, основные все формы, в которых существуют другие цирковые организации. И главное, на что хотелось бы мне обратить внимание, это то, что Союз, он подразумевает под собой дружбу. Не оппозицию, а дружбу, дружественное начало, а вовсе не контротношения между различными структурами. Да, действительно, Союз должен отстаивать интересы и права артистов, безусловно. И это одна из самых основных задач, которые стоят перед будущим председателем. Но продолжать развивать из этого, из разных ситуаций войну, я считаю это кардинально неправильным, потому что вот эти сложности, вот этот негатив, он доносится до широкой общественности, и цирк поэтому воспринимают таким образом, как что-то вечно дерущееся, спорящее между собой. Поэтому первая задача будущего председателя Союза цирковых деятелей — быть рукопожатным со всеми другими организациями. Что касаемо себя, я думаю, что все вы меня прекрасно знаете, и многие знают меня, будучи маленьким ребенком. Ничего не изменилось в части моей любви к цирку. Я продолжаю также жить цирком, как и жила в свои детские годы. Но на сегодняшний день появился опыт, который подтверждается определенными успехами в той же общественной деятельности. На сегодняшний день у меня есть возможность работать в команде, работать, находясь в составе рабочих групп при Министерстве культуры. Многие вопросы в сфере формирования законодательства в части цирковой отрасли удавалось решать и в правительстве Российской Федерации. Для многих, кто работает с животными, не секрет, что я активно пролоббировала вопросы получения субсидий. Вся наша команда отработала документ настолько, что, в принципе, когда уже готовы были отвергнуть эту ситуацию, эту позицию, было принято решение выделить субсидии на кормление животным. Я активно занимаюсь лицензированием деятельности в сфере работы с животными. Осуществляем работу совместно с Россельхознадзором, нацеленную на прозрачное и справедливое получение лицензии частным циркам, с целью, чтобы в дальнейшем частные цирки не наносили имиджевый урон всей цирковой отрасли. В данном случае действительно важна справедливая позиция, честная позиция. Неважно, друзья мы или не друзья, но важно, чтобы мы все были честны и открыты перед цирковой отрасли. Дорогие друзья, мне бы очень хотелось ответить каждому из вас на все ваши вопросы, которые у вас возникают уже сейчас, ответить лично. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, пишите в личные сообщения, пишите в комментариях. Я всегда готова ответить абсолютно на любые, даже самые провокационные вопросы. У меня никогда не было в этой части сложностей или каких-то комплексов, поэтому я всегда открыта к диалогу. Но предварительно мне хотелось бы озвучить тезисно озвучить задачи, которые
по моему мнению, стоят перед будущим председателем Союза цирковых деятелей. У меня, безусловно, будет возможность защитить программу развития Союза на конференции 29 числа, но предварительно, конечно, считаю необходимым озвучить их, чтобы вы также могли подготовить свои вопросы и быть готовыми к нашему, опять же, диалогу. Подготовка и регулирование нормативно-правовой базы для бесперебойной деятельности отрасли, в том числе в части охраны труда, техники безопасности, работы с животными. Отстаивание прав артистов, юридическое консультирование артистов и других сотрудников цирковых организаций. Подготовка к судебным процессам, защита интересов артистов в суде в части присвоения пенсии. Подготовка частных организаций к лицензированию деятельности для работы с животными. Помощь в ведении деятельности. Создание школ циркового искусства в регионах с учетом современных форматов. Профессиональная переподготовка артистов. Страхование здоровья артистов. Взаимодействие с действующими ассоциациями и фондами. Поддержка молодежи. Поддержка ветеранов. Создание механизмов легитимного влияния Союза на законодательную повестку в сфере культуры, формированию политики государственной поддержки циркового искусства, работа с региональными отделениями, сохранение льготного стажа для артистов акробатических жанров, подготовка к судебным процессам, защита интересов артистов в суде, ведение гастрольной деятельности Союза по России и за рубежом, изменение структуры штатного расписания Союза, создание пиар-отдела, создание зоотехнического отдела, создание отдела дополнительного образования, организация, координирование и контроль работы членов правления, делегирование полномочий в соответствии с профессиональным функционалом каждого члена правления. Коллеги, 25-й пункт, он является очень важным и, в принципе, при соблюдении и правильном распределении, опять же, сил, 25-й пункт позволит реализовать в короткие, достаточно короткие сроки деятельность части предшествующих пунктов, перечисленных мной сейчас, потому что грамотное делегирование, организация членов правления, в принципе, это залог успеха работы Союза. И здесь нужно уделить особое внимание, потому что в Союзе и в правлении нет плохих людей, нет ленивых деятелей. Важно верно их организовать, и тогда будет единый механизм, тогда будет действительно мощная машина, которая на большой скорости будет нестись вперед, только вверх. Уважаемые кандидаты, я желаю всем удачи. Я верю в то, что общественность выберет достойного. Я верю в то, что достойный председатель Союза цирковых деятелей справится с очень сложными задачами. И повторюсь, жду ваших вопросов с нетерпением. Всем хорошего вечера, спасибо большое за внимание, до новых встреч!